За период с 12 апреля в Березняковский травмпункт обратились почти 37 человек, пострадавшие от укусов клещей. Среди них 9 детей в возрасте до 16 лет и даже один 6-месячный малыш. К счастью, во всех случаях клещи оказались неинфицированные. В основном часто клещи кусали это в поселке Легино, Чкалово, поселок Орел и район Второго пруда. Среди 37 человек, которые к нам обратились с укусами, всего 6 человек были только привитые. Поэтому сейчас на данный момент, раз открыта вакцинация, то стоит начать прививаться от клещевого энцефалита. В Березняках поставить прививку от клещевого энцефалита теперь можно. В поликлинике по адресу Деменева, 12, кабинет 213, и в поликлинике на Ломоносова, 102, кабинет 47. Сделать это можно с 8 до 15 часов. Медики напоминают, выходя в лес, надевайте закрытую светлую одежду, чтобы клещ на ней был хорошо виден, и проводите регулярные осмотры. А по паркам и скверам, когда закончится режим самоизоляции, ходить можно будет без опаски. Еще вчера популярные места отдыха прошли акарициды. Обработку. Повторная пройдет в июне.